хочу сказать, что нас объединяли два дела общих. Всегда. Первое, то, что педагогическая деятельность как выражение не только огромного преемственного дела от наших учителей, а учителя у нас были, вот здесь вспоминали, Юлия Андреевна вспоминала, Елена Борисовна. Вы знаете, консерватория тех лет, когда мы учились, это было совершенно что-то удивительное, потому что сам дух, то, что, к сожалению, сейчас нельзя сказать. Вот это большому сожалению. Сейчас консерватория очень изменилась. Но когда мы тогда учились, боже мой, такие люди преподавали в консерватории. Мы шли как в храм искусства, мы шли в то место, где мы чувствовали несостоятельность свою музыкальную, мы должны были учиться, вечно учиться. И вы знаете, мы были настолько увлечены нашим делом и тем, что мы поступили в консерваторию, что мы учимся у замечательных, совершенно потрясающих музыкантов, что это нас вдохновляло бесконечно работать. Всегда в консерватории находились, я даже помню, в библиотеке, маленький закуток, где стояла пианино, и где мы самозабвенно часами сидели по расписанию, часами изучали клавиры, партитуры. То есть это было время, ну, поразительное. И такие педагоги, вот я, например, тоже училась у совершенно потрясающих музыкантов, у Юрия Александровича Шапорина, у Евгения Кирилловича Голубева. Это вот наша гордость. У Яков Израильевича Зака, у Гены Густавовича Мигалова. То есть это, понимаете, это наш такой багаж, потрясающий багаж, который мы хотели впитать как можно себя больше, и потом, чтобы отдавать это следующим поколениям. Вот это самое, как говорится, момент преемственности, отдачи, то, что вот Рита делает ежечасно, ежесекундно, любя музыку, действительно по-настоящему. Я помню, как Рита играла, почему я говорю играла, я слышала ее в программах сольных. Вот. И это был замечательный музыкант, она и есть музыкант замечательный, но почему-то вот очень скромность мешает, наверное, все-таки выйти на сцену. Я помню, как она Метнера играла, прекрасно совершенно, понимаете, это школа замечательная, которую она получила. Вот то самое наше отдача, впитывание и потом отдача тем поколениям следующим, увлеченности, самозабвенной любви к музыке, по-моему, в нас сохранилось это. И я очень горда тем, что я знакома с Ритой, я, как говорится, очень люблю Риту, я человек тоже достаточно замкнутый, я редко это говорю, но я говорю так, что я думаю, что одно из таких воспоминаний себе, это вот наша как раз друга, которая всегда была. И второе, я тоже могу вспомнить, когда сын Риты, Алёша, ходил на наши встречи в Дом композиторов, которые и до ныне продолжаются, вот в этом году 40-летие сезонов. И надо сказать, что вот, мне думается, что, наверное, что-то Алёша пронёс через всю жизнь, а именно я пыталась в душу вложить любовь к музыке. Вот то, что делает Рита всегда и делает. И я хочу пригласить тоже вот у нас большой юбилей, 40 лет в Доме композиторов, 12 апреля. Приходите, потому что будет тоже интересная программа, будут музыканты очень интересные, я надеюсь, Рита будет тоже. И хочу также сказать, что вот у меня только что вышел сигнальный вариант, сигнальный экземпляр романтических посланий и посланий.